дорогие земляки, особенно тот, кто учился в школе номер 33 имени Мухтара Ауэзова на улице Шукмаметовой. Вот здесь избирательный участок по выборы мажилиса парламента. Сегодня у нас 19 марта. Вот так школа выглядит. Я с внуками сюда пришел. А сейчас меня внуки там зовут. Вот так школа выглядит. Ну, она, в принципе, тут мало изменений. Так, ну, правда, внешний вид хороший сделали тут. Вот. А двор пока еще старый, тут асфальт, наверное, еще советского времени. Хотя вот здесь вот был посередине этот бассейн, фонтан. Сейчас его уже нет. Попили? А? А, ну ладно. С внуками здесь вот, вот так вот. Я в этой школе проучился 10 лет. Сейчас выбор сделал партию. Так, ну ладно, будем. Вот школа номер 33. Спортплощадка. С внуками здесь. Последний раз мы тут были уже лет 5, наверное, назад. Наконец-то мы все приехали. Здесь вот выход. Туда, на улицу Луговая. Вот. Вот так все выглядит. В детстве я тут бегал по кругу. Кросс. Ну ладно, всего доброго.